друзья, всем доброе-доброе утро. С вами Турпред с Аленой и Андрей. Напоминаю, мы в большом путешествии по Юго-Восточной Азии. Прямо сейчас мы на райском, всеми любимом острове Пхукет. А если говорить более конкретно, то мы на Патонге, в районе Патонг. Напомню, остановились в отеле за 27 тысяч бат на 15 ночей. Он практически в центре, до пляжа метров 500-600. И мы в центре всеми любимого пляжа Патонг. Сегодня посмотрим, что здесь есть. Попробуем воду, посмотрим на ее цвет, пройдемся по пляжу, может быть, что-то попробуем, узнаем цены. Ну и будем изучать с вами Патонг. Сразу хочется отметить, что песок здесь приятный, не такой белый, но чистый, мягкий. Очень чисто, я хочу сказать. Да. На пляже есть лежаки, типа стульчики. Стульчики стоят 200 бат за два стульчика. Зонтик. Зонтик, столик и два таких стульчика. А вот дальше мы видим там, по-моему, лежаки, что стоят. Да, там стоят лежаки. Если это не отельские лежаки, то спросим, сколько стоят они. И уже указаны цены, ничего спрашивать не нужно. Beach bed. То есть лежак и зонтик на одного 100 бат, на двоих 200 бат. Так же, как и кресло, так да, же, как и стульчики. Абсолютно да. Точно, да, с 8 утра до 6 вечера. Хотите, сидите, хотите, лежите. Да. Ну и, конечно, на Пхукете, в районе пляжа Патонг, очень много водных развлечений. Можно покататься на гидроцикле, и стоит на одного человека 30 минут 1500 бат, а на двух человек 30 минут 2000 бат. Вот такой водный вид спорта, можно развлечься и получить немного адреналина. Вот там уже люди катаются, и здесь что хорошо? Это то, что зоны для купания, для плавания, они отделены такими вот желтыми буйками, да, а куда подходят лодки, всякие бананы, катера, это вот здесь, то есть здесь уже людей нету, и можно ни за что не переживать, спокойно там плавать, а здесь, если кто захочет, можно и на парашюте погонять, и на лодке, и на всем, что угодно, короче, развлекаться по полной программе. Может быть, здесь, кстати, указаны цены на парашют. Пойдем посмотрим. Да, цены указаны. Это хорошо, когда сразу указываются цены, да? Смотрите, на парашюте полетать стоит на одного человека 1500 бат, для ребенка 1200 бат, а на двоих людей 3000 бат. Этот мы уже смотрели, 1500 на одного и 2 на двух. Так, спидбот, значит, плюшка такая, вот покататься на ней стоит 700 бат взрослый, 600 бат ребенок, и банан стоит взрослый 700 бат, ребенок 600 бат. Ну, вот такие цены. Hello. Maybe later. Thank you. Смотрите, какие качели установлены прямо под пальмой. Это практически баунти, да, можно посидеть, пофотографироваться и покататься. Вот так. Я сейчас садиться не буду, потому что здесь они мокрые слегка, вот чтобы не пачкать шорты. Но если вы в купальниках, то мокрые они или не мокрые, какая вам разница? Можете воспользоваться этим замечательным моментом и создать себе яркое впечатление с Патонга. Зачем мы все сюда приезжаем, друзья? Чтобы получать яркие, позитивные эмоции и впечатления. Друзья, Пхукет очень популярный остров среди русскоговорящих туристов. Смотрите, даже флаг висит. Узнаете?
И вот она, зона для купания огороженная, да, здесь людей нет, потому что здесь ходят лодки, а здесь людей уже, ну, мягко говоря, немало, потому что все русскоговорящие туристы, они просто обожают Пхукет, по-моему, больше, чем Паттайя, и все, конечно же, стремятся попасть на этот райский остров, чтобы поесть свежих фруктов, поплавать в этом теплом-теплом Андаманском море, насладиться, отдохнуть и зарядиться новыми силами, новыми эмоциями и впечатлениями. Пошли! Кстати, здесь надо обратить внимание на то, что есть небольшие волны. Ну, не знаю, какие они бывают там по разным месяцам. Сейчас небольшие волны есть, то есть это не спокойная лагуна, но они никак не помешают даже для туристов с детьми. Здесь очень комфортно отдыхать, потому что пологий вход, нет никаких острых ракушек, камней, мягкий песок, очень приятно по нему ходить, все чисто, нет никаких ни окурков, ни стекла. В общем, идеально чисто. Всем большое спасибо за это, и туристам, и властям, и коммунальщикам пхукетским, да. Вот, поэтому, ну, здесь, да, хороший, комфортный пляж, заход. Может быть, он не самый красивый на Пхукете, скорее всего, он не самый красивый на Пхукете, но очень комфортный. И смотрите, почему мы-то выбрали район Патонга. Во-первых, потому что наше путешествие по Юго-Восточной Азии, оно носит такой характер, такую идею, что мы максимально ищем варианты, которые стоят недорого, но соответствуют основным критериям, да, то есть чистые номера, чтобы в номере были удобства все там, ну, естественно, холодильничек, фен, чайник, чтобы это все было в номере для нашего комфорта. Но мы отказываемся от отелей с шикарными бассейнами, с огромными территориями, потому что в этом путешествии мы хотим донести такую идею, как максимально эффективно тратить деньги, чтобы меньше потратить, но получить от этого максимально много эмоций. Ну, я думаю, что идея понятна, да? И мы на Патонге нашли отель практически за 50 долларов в сутки. И нам здесь удобно, потому что море рядом. Инфраструктура здесь просто кишит. Вот есть все-все-все. Притом на любой кошелек. Хочешь в ресторан иди, хочешь в бар, хочешь в кафешку. Вот у нашего отеля отходить никуда не надо, вообще все есть, несколько обменников, иди смотри, какой курс, притом они вот в 5 метрах друг от друга, банкоматы, торговые центры, Джанг, Цейлон, рядом тоже идти 5 минут, барбершопы, парикмахерские, массажные салоны, 7-Eleven, Топс Дели, да, в общем, много можно чего перечислять, аренда байков там, все есть. Поэтому нам удобно, чтобы съездить на более роскошные райские пляжи, например, на Корон, на Катаной, на пляж с самолетом. Мы съездим и вам обязательно покажем и расскажем про цены на такси и сколько по времени у нас займет эта поездка. Поэтому, друзья, опять-таки призываем вас подписаться и поставить нам лайки. Это, конечно, не та тема, что вы приезжаете на остров, там безлюдные длинные пляжи. Нет, здесь именно другой такой вайб. Здесь много людей, у всех хорошее настроение, все едят фрукты, веселятся, пританцовывают, ходят на Бангла-роуд, пьют коктейли, шопятся, покупают себе новые вещи. В общем, такой вот тусовочный остров. Так что, если вам нравится такая атмосфера, когда все веселее, все-все-все поют, развлекаются, едят вкусную еду, то, конечно, вам сюда.
Вот она, эта бухточка, практически в конце. Ну, для нас в конце, потому что мы шли оттуда или в начале. Пляжа Патонг, очень интересно. Мне кажется, замечательные фотографии здесь можно сделать, да? Ну, прям красиво. Меня удивляет и впечатляет. Это вот говоря о том, почему люди еще едут на Пхукет, потому что здесь можно, в принципе, найти разные пляжи. Вот видите, пляж среди камней, либо песчаный пляж, маленькие уютные бухточки. Можно посетить шоу, поездить по островам. Кстати, друзья, мы на Пхукет ехали с Калипы. Кто не смотрел, обязательно посмотрите наш сюжет, как мы сюда добирались. И так как мы ехали по провинции Краби или Краби, да, она считается самой красивой в Таиланде, и мы восхитились действительно красотой этого всего пейзажа, потому что мы посреди моря, а вокруг нас были вот эти зеленые холмы, прямо в море, горы, мангровые рощи, красота неописуемая. И отсюда с Пхукета можно съездить на острова Пхи-Пхи, плюс еще здесь несколько островов, и мы сейчас узнавали цены. Цены выложим в нашем телеграм-канале, ссылка здесь, так что обязательно переходите и смотрите цены. Почему выложим цены там? Потому что в буклетах у них одни цены, но нам вот тетечка, продавщица, ну, агент, да, туристический, она сказала, что она даст нам совершенно другие цены, они в разы отличаются. То есть если там, грубо говоря, 2600 стоит, то она сказала, что за 1400 отдаст. Так что в телеграм-канале, в нашей группе выложим цены с экскурсиями и описание. Пойдем посмотрим бухту. Очень-очень все мило, прям красотища, красота. Она такая маленькая, уютненькая, живописные камни, мне очень нравится. Здесь, кстати, тоже можно арендовать стульчики, либо расположиться со своими полотенцами, никто против не будет. Такой маленький пляжик, но очень уютный, прям топ-топчик. Класс! Природа, конечно, здесь просто супер. Красота, да? Да не то слово. Ну, людей, в принципе, не так уж и много здесь. Такое тайное место Патонга, не все знают, поэтому после нашего репортажа надо будет побольше. Наверное. Смотрите, какие волны! Все, ребята! Смотрите, какое море андаманское! Хулиганистое! Взяло и облило, так что будьте осторожны, не ведитесь на провокации этого хитрого моря. Оно красивое, а потом бац и вас обольет. Ну ладно, шучу, море, конечно, здесь прелестнейшее. Правда, в мокрых шортах не очень приятно ходить. И совсем-совсем супер место, да, Secret Beach. Здесь, можно сказать, вообще никого нет. Ходить здесь надо аккуратно, потому что камни, вода, они скользкие. Но это вообще шик, ребята. Просто шикардос. Смотрите, какая роскошная бухта. Да, действительно, Пхукет удивляет.
И радует. Мы даже и не ожидали. Так, мы решили подняться по лесенке, вот с этого, от этой бухточки с камнями, да. Посмотрим, что здесь наверху. Я думаю, что как минимум хороший вид откроется. Здесь барчик есть, можно, смотрите, коктейльчики какие-то попить, ну, фруктовые, я имею в виду, смузи, шейки, да, смотрите, какой роскошный вид. Мощно, мощно. Мощно, и столик только один, вы можете себя почувствовать прям единственными гостями этого кафе, эксклюзивными, да? Дальше там еще кафешки какие-то, смотрю, есть. Да, и лежачки здесь можно арендовать. Вот такие лежаки, тоже достаточно необычно все выглядит. Только два лежака, только для вас. И вот с таким чудеснейшим видом на Андаманское море, на пляж Патонг. Не удержались и решили посидеть в кафешке, но не за тем одиноким столиком, а вот за таким прекрасным столиком, с которого открывается вид на залив, на море, смотрите, на горизонт и, конечно же, на Патонг. Весь пляж просматривается. Вообще, тема Пхукета, она в следующем. Это как мы сегодня поняли, а мы сегодня второй день на острове. Тема Пхукета – это то, что здесь можно найти великое разнообразие кафе, ресторанов на любой вкус. То есть каждый день, каждый час, каждую минуту можно получать различные впечатления. То есть не одни и те же, да, когда, допустим, ну, вы приезжаете в отель в Египте, все включено, и как бы вот, ну, одно и то же. Там один и тот же пляж, одно и то же море, один и тот же ресторан, ну, там плюс-минус, да, ну, вы поняли, о чем я. Здесь можно каждый день разные пляжи посещать, притом они все отличаются друг от друга. Ходить в разные кафешки, вы можете хоть два месяца тут жить, я думаю, мест здесь и за два месяца всех не обойти и получать совершенно разные грандиозные впечатления. Вот это тема Пхукета, так что кто собирается на Пхукет в этом сезоне, обязательно пишите, кто был, говорите нам, какие здесь еще топовые места есть, а нам сейчас принесут смузи. Thank you. И мы будем наслаждаться чудесным, я уверена, вкусом. Плюс мы заказали яичницу. Сейчас 12 часов дня, но это типа завтрак, обед у нас будет. Яичницу заказали и бургер. Будем есть. О, это вообще такое наслаждение, друзья. Холодненький смузи, вкусный, яркий вкус и такой шикарный вид. Yeah, thank you. Так, принесли нам бургер. Ну, это для Андрея. Сейчас он его будет пробовать. Сколько он стоил? 120 бат такой бургер, друзья, но с таким видом это просто бургер на миллион, наверное, золотой бургер. Thank you. Так, яичница, это моя, scrambled eggs. Так, давайте поменяемся. Так, что нам тут принесли? Маслице, помидорку, кетчуп, яйцо и два тоста. Вот такой завтрак, он стоит, это блюдо стоит 80 бат. Thank you. И второе такое же блюдо, 80 бат, давайте попробуем. Кстати, там внутри лук, овощи и, по-моему, даже какая-то то ли ветчина есть, ну что-то мясное. Вкусно и сытно.
Особенно с таким видом еще вкуснее все становится, да. Можешь у меня картошечку взять, если хочешь. Мне яйцо прям очень нравится, очень заходит. Да. Я довольна и счастлива. Давайте попробуем тост. Тост тоже вкусный. В общем, будем завтракать, обедать. Всем приятного аппетита. Друзья, это оказался не кетчуп, а варенье. Андрей поел картошечку фри с вареньем. С клубничным. С клубничным, да. Так что варенье, да, естественно. Приятного аппетита. Жуем, сидим. Так, ну все, мы пообедали, тире позавтракали. 380 бат стоил наш обед. Как вы видели, это бургер с куриной котлетой. Андрею, кстати, очень понравился. Котлета была вкусная. Два яйца, там тосты с джемом, да, и два смузи. Вот, 380 бат стоил. А мы идем дальше, что смотреть Патонг Бич. Красиво очень оформлен отель, его входная въездная группа, да, это новотель Пхукет Ресорт. Кто там был, отдыхал, напишите, поделитесь вашими впечатлениями, вашим мнением. А там вот дальше Андаман Бич отель, ну, собственно, неудивительно, здесь везде отели, их много. Seven Seas Hotel, Патонг Бич, вот 50 метров, так говорит табличка. И здесь кафешки, смотрите, тоже вход на пляж Патонг. Давайте посмотрим цены. Жареная курица с одеялом, друзья, 120. Если замерзнете, можете укрыться. Картофель фри 80, спрингроллы 120, креветки 140, да, ну и так далее. Вот, смотрите цены. Жареные весенние рулоны. Да, жареные весенние рулоны. То есть еще и можно обклеить квартиру обоями рулонами, да. Вот, материал говяжий омлет. Ну, забавно. Я думаю, что будет очень вкусно. Дельфины, круговое движение, и прямо напротив надпись Патонг Бич. Все тоже очень красиво, колоритно, такой разноцветный, как это сказать, асфальт, пол, ну, в общем, все тоже блещет яркими красками. Выходим на променад, посмотрим, что здесь продают, чем можно полакомиться, что попить, что перекусить. Thank you. Вот, и гуляем, наслаждаемся. Я надеюсь, друзья, что вы получили огромный заряд витамина Си. А что за Си? Си! Витамин Си – это самый главный витамин, который нужен каждому человеку, он просто необходим. Это витамин позитива, хорошего настроения, морской солнечный витамин. Вот он. Кокосик, да. Друзья, 60 бат стоит кокоса здесь на променаде у пляжа Патонг. На рынке он стоит 40, но мы же не пойдем на рынок, да, посреди пляжного дня. Нет, и лучше купить за 60 бат здесь. И вот эти подстилки, их тоже можно купить и пользоваться ими на пляже, потому что лежать на песке на таких подстилках поудобнее, чем просто на полотенцах. Ну, вы поняли, аренда зонта и двух лежаков стоит 200 бат на один день, а эта подстилка стоит 1-200 бат на все дни. Ну, ее потом можно оставить в отеле, либо забрать с собой. Кстати, в некоторых отелях туристы оставляют такие подстилки и зонтики, так что можете поинтересоваться на ресепшн, возможно, они вам дадут такие подстилки и зонтики бесплатно. Когда мы в свое время были на Пхукете, в 2015 году, мы поинтересовались, нам дали зонтики. Да, нам дали зонт. А подстилки вот эти, не, ну, зонт, да, нам дали бесплатно. Мы им пользовались в течение 2 недель, ходили на пляж. И потом опять оставили
отелю, с собой не забрали самолет. Вот тайфуд прямо на пляже. Стоит отойти несколько метров, и уже можно что-то поесть. Бутербродики по 100 бат, по 120, картошка фри, хот-доги, клаб-сэндвичи, салатики, рыба. В общем, все, что вы хотите. Цены примерно вот такие. Соки, смузи по 80 бат на любой вкус, из любых тропических фруктов можно микс заказать. В общем, всего очень много. Смотрите, матрешки тут. Вот, Four Points by Sheraton, Phuket, Patong Beach Resort. Кто там отдыхал, тоже обязательно напишите. Красивый современный отельчик. Sheraton – это часть большой такой компании Marriott, да? Да, да, да. Большой группы отелей. Ну, Sheraton это считается такими самыми бюджетными, то есть Marriott там уже подороже будут отельчики. Ну, хорошие, сетевые, всегда чистые. Все у них по стандартам, мне это тоже нравится. И этот отельчик, он вроде тоже такой современный и симпатичный. Мы идем дальше. Very good. Кукурузу можно купить, 50 бат всего лишь стоит початок. Можно гриль, вареную, либо попкорн. Hello. Вот такая доска с веслом. Угу. Внушает, внушает доверие, да. Кстати, неплохая идея, если кто соскучится, кому надоест просто валяться на пляже, можно и спортом заняться, да, поучиться, покататься. Ставим на стоп, смотрим прайс. Да, вот 3 дня, 3600, ну это практически $100, но я думаю, что неплохой вклад в развитие души и тела, да, будет? Ну, не все сразу. Первые полдня уйдет на то, чтобы на эту доску встать, потом привыкнуть стоять, потом, ну, как раз на второй день уже человек пойдет по волнам с веслом. Да. И купить здесь, кстати, я про еду все думаю, купить здесь можно абсолютно все, и пата, и супы, и салаты, и блинчики, и фрукты, и смузи. Ну, в общем, объедаться, да, наслаждаться. Ну, и не так дорого. Вот я посмотрела, там и по 80 бат есть, и по 150, что-то уже такое. Обязательно посмотрите наш предыдущий сюжет, в нем мы рассказываем про великолепное шампанское из цельного манго. Да, про вина и про цены. Но не только на вина, вообще на все цены, на все, чтобы знать, к чему готовиться. Прицениваемся вместе. Массаж можно сделать. Давайте прям... Стрижку, наколку. Да, все что угодно. Целый салон красоты. Посмотрим цены. Hello. One hour. Окей. Okay. Я вот думаю, может мне массаж ног сделать. Foot massage. Yes. Здесь на массаже ног нужно ложиться. Обычно все сидят. Ну, полусидя делаю, да, здесь надо прилечь. Пляжный массаж, пляжный салон.
пока ты массаж делала, тут какую-то змеюку проносили, огромную, дракона, и все в нее купюры пихали. Да. Представляешь, как массаж-то? Ой, а пока вот змеюку проносили, массаж, ну, смотрите, на самом деле, конечно, мне кажется, лучше где-то в салонах делать, потому что, ну, так, нежненько, не очень сильно, но сама атмосфера, видимо, вот у этой женщины, она хорошая, доброжелательная, меня прям вот это как-то расслабило, я даже задремала, чуть-чуть так уснула, но в целом приятно, очень... Аромат от этой мазилки тоже хороший, прям пробивает нос, ну, приятно и расслабляет сразу. Но в целом приятно, но если вы думаете, что вам прям найдут там какие-то точки, все это разомнут, нет, просто такой лайт-вариант, вот, лайт. Ой, прям я так расслабилась на массаже. И смотрите, здесь мы идем дальше, да? Здесь есть даже душевые или туалет. Давайте посмотрим, как это все выглядит. А, вот, смотри, ну, достаточно даже красиво, да, такая плитка современная. Сколько денег? С красивым дизайном. Ну, я думаю, что надо узнать, да, и вот вы вставляете монетку и принимаете душ. Ну, он платный, да, вот, но, с другой стороны, хорошо, что платный есть, потому что было бы хуже, если бы не было вообще никакого, ни бесплатного, ни платного. Стоит он 30 бат душ и 10 бат стоит туалет. Так что вот таким образом здесь этот вопрос закрыт. Но я не знаю, вот кабинок для переодевания я здесь тоже не видела, поэтому... А? Наверное, как может каждый переодевается. Да. А, кстати, знаете что, если вы, допустим, придете сюда на пляж, он песчаный, и потом пойдете в свой отель, но вы не хотите, чтобы у вас были ноги в песке, мы с Андреем подумали, что простой вариант, можно с собой взять бутылочку воды, обычную, из-под крана налить, принести на пляж, ну, потом поплавать, позагорать, когда уже соберетесь, пройдете до места, где песка не будет, и просто из этой бутылочки сполоснуть себе ноги. Все, они будут не в песке. Как вам идея? А утается воскресенье? А сегодня воскресенье? Да, сегодня воскресенье. Смотрите, очень много людей, да, приехало на пляж. Здесь опять едальни, шаурма, фрукты, шашлычки, мышлычки, всего-всего много. Вот смотри, давай пойдем посмотрим шашлычки. Прям таким спросом все пользуется. Шашлычки куриные по 50 бат, ножки, бедрышки по 60 бат, рыбу можно купить, креветки, рыбу в соли, спрингроллы. Hello. Лето, thank you. В общем, купить можно вообще все, да? У тебя не разыгрался еще аппетит? Только ели. Только поели, да. Я уже даже и поспать, можно сказать, успела на массаже. Массаж очень расслабил меня, конечно. How much? 50. Yes, thank you, bye-bye. Но так как я хочу пить больше, чем есть, то можно арбузом все это дело закусить, да? 50 бат вот этот стаканчик арбуза стоит, сейчас попробуем. Ну и, конечно же, это очень удобно, когда на пляже продают вообще все, согласитесь. Никуда не надо ходить, переодеваться.
арбузный. Отходите, покупаете. Нужно иметь только кошелек и наслаждайтесь прекрасным вкусом свежего арбуза. Для тех, кто соберется на Патонка с детьми, здесь есть детская площадка и такие смешные тренажеры. Смотрите, велотренажеры. Ну и спортивная площадка, соответственно, есть гамак, на котором можно полежать, да, не все же спортом заниматься. Да, знаменитый пхукетский Санктео, названный в честь двух скамеек. Санктео, так и переводится, две скамейки. А вот что примечательно, Таиланд никогда не был британской колонией. Но здесь очень много в центре Патонга домов в таком вот колониальном стиле. Я уж не знаю, это псевдоколониальный стиль или настоящий колониальный стиль. Ну, согласись, да, такие домики замечательные, просто красивая архитектура очень. Да. Наконец-то упарились мы сегодня, гуляя по Патонгу, прошли пол его части, как вы видели, и пойдем уже затестим воду. Слегка зеленоватый, но ничего страшного, на ощущение счастья это никак не влияет. Вы видели, как окатило водой? Будьте осторожны и не мечтайте. Море, оно хулиганистое. Все, увидимся, будем плавать и загорать. Мы поплавали, сори за мой взъерошенный вид, потому что вы видели, окатило волной. Отлично поплавали, вода такая зеленая, но температура отличная и она очень соленая. То есть она самая соленая вот из всех мест, которые мы посетили за это путешествие по Юго-Восточной Азии. Здесь почему-то на Пхукете, на Патонге самая соленая вода, вот даже она как-то каляется чуть-чуть, да? И смотрите, вышли с пляжа, здесь такой рыночек. Мы заказали два шашлычка, да. Два шашлычка из свинины, потом заказали спринг-роллы, нам соусы, да, вегетарианские. Мы любим вегетарианские роллы, спринг-роллы. И кокос взяли, взяли кокосово-манговый смузи. Такой вот, давайте я его сейчас попробую. И заказали еще запеченную картошку, но ее готовят. Здесь система такая, вы, допустим, выбираете, что вам нужно, что вы хотите, говорите, да. Они это готовят, жарят на мангале, например, либо картошку сейчас нам запекут. Ну, минут 5-10 проходит. Вы садитесь за столик, за любой, за который хотите. Они вас запоминают как-то, приносят еду, и уже вы расплачиваетесь. Вот такая система. Шашлычки. Один шашлычок стоит 100 бат, то есть 200 бат за... Нет, подожди, сколько? 50. 60. 60 бат стоит шашлычок из свинины. Да. Да, а роллы как раз, они вот стоят 100 бат. Да, вот все. Роллы. Все, абсолютно да. Все, что здесь есть в этой да. Коробочке, 100 бат. Этот 60, смузи... стоит, или шейк, это я не знаю, стоит 70 бат, а свежий кокос стоит 50 бат. Картошку мы заказали, она по 100 бат. То есть, считайте, если 100, плюс 2 картошки, это 300, это 120, 420, 490 на 540 бат у нас
ужин 540. А ну, нормально. Вчера было 1200 обед. Угу. Да, вчера мы ели в ресторане и поели на 1000 там с чем-то бат. Ну, это же ресторан. Да, кокос, он такой вкусный. Они их охлаждают перед тем, как вам продать. И он отлично утоляет жажду. Это лучше, чем соки, фанты, кока-колы. Вот если в таком климате находитесь, мне кажется, лучше либо кокос брать, либо, ну, простую питьевую воду. Ну чего, давайте шашлычок попробуем, да? Выглядит он очень впечатляющий, прям вот ням-ями, ями-ями. Но нам картошку принесли, сейчас расскажу. Угу. Спасибо. Так. Картошка стоит по 100 бат. Нам сейчас сдачу принесут. Продолжим с вами разговоры о самом важном, о еде в Таиланде, на Пхукете. Да. Картошка напоминает? Напоминает крошку-картошку, как мы уже говорили в предыдущем нашем сюжете. Здесь типа сметанный соус, куриные слайсы, сыр, ну и сама картошка. Она очень вкусная. Thank you, thank you. Так, вот, давайте продолжим. Уже нас никто отвлекать не будет. Все нам принесли. И мы можем уже расслабиться и хорошенько подкрепиться. Да, давайте про шашлычок. Я его попробовала. Он вкусный, но вот традиционный наш шашлык, он не напоминает. Он, ну, мягкий достаточно. И... Он как будто бы приготовлен в сладковатом соусе. Он очень вкусный, но вот к нашему шашлыку не имеет никакого отношения. Ну, имеет, но очень такое далекое. Что, тяжело ест, открывается? Со шпажки не очень хорошо снимается, но... Она же деревянная. Угу. Но жуется хорошо, такой мягкий. Не скажу, что прям тает во рту, но вполне себе достойный шашлык. Давайте попробуем картошку еще раз. Потому что мы в прошлый раз пробовали, как только приехали сюда на Пхукет. И нам она очень понравилась. Давайте еще раз попробуем, вспомним, как это было. Да. Картошка очень хорошая. Притом она уже напоминает домашнюю еду. Не стритфуд, да, а именно вот такую домашнюю, приготовленную. Без специй, без каких-то... непривычных вкусов, ароматов. Ну, хорошая запеченная картошечка. Прям самое то. Да, очень вкусно. Я хотела еще попробовать твой смузи, или что это, шейк. Да ладно, успей, я еще возьму. Тут много их. Да. Вкусно. Кокос и манго вкуснее, чем просто манго. Вот так. И давайте попробуем спринг-роллчик. Он такой здесь небольшой. Обжарен во фритюре. В соус, да, надо, наверное, макнуть его, чтобы было еще вкуснее. Там внутри стеклянная лапшичка и... овощи, морковка, зелень, капуста, капуста, может быть.
Я надеюсь, что я сейчас не загорю, как дракон. Да. Какие роллы лучше, здесь или в ресторане? Вчера. Ну, роллы, наверное, все-таки в ресторане получше были. Да. Так вкусненько. Но они разные, просто по-разному приготовлены. Ну, разные, короче. У этих свое что-то, у тех что-то свое. Ну, все вообще вкусно, все, что мы попробовали. Это все, друзья, очень вкусно. Так что всем, как всегда, приятного аппетита, хорошего позитивного настроения. За ваше здоровье мы еще раз выпьем витамины. На этой вкуснейшей ноте будем заканчивать сегодняшний наш выпуск. Я надеюсь, вам все понравилось. С вами была Турпресс, Алена, Андрей. Увидимся в следующем видео и будем изучать Пхукет вместе с вами. Пока!